Дорогие друзья, всем большой привет! Меня зовут Оля и вы на моем YouTube-канале. В этом видео я бы хотела подвести Эдакие косметические итоги, хотела вам рассказать, чем я пользовалась, чем я не пользовалась. Вернее, чем я пользовалась. Чем, чем я не пользовалась, вы не увидите в этом видео, а, к чему тянулась моя рука правая и левая в плане уходовых средств, каких-то разных штук. Я уверена, на 150 тысяч процентов, что я что-то забыла, что-то что что не углядела, что-то, может быть, даже уже и использовала и это выкинула. Я собрала так вот, знаете, по ванной комнате, по своей косметичке все, что я хотела вам показать, и все, чем я хотела с вами поделиться. И в следующем видео, я думаю, что мы сделаем разбор моей косметички. Я практически ну, на это надеюсь, очень надеюсь, потому что последнее, последнее время я там взяла такой огромный-огромный-огромный балаган. И я специально там не убираю, дабы все это процесс снять. Да, это такие ютуберские будни, ютуберские craziness. Если вам интересно вся эта болтовня и вся эта очень, очень супер полезная информация, то продолжайте смотреть. Давайте э, начнем, начнем, начнем. Начнем, наверное, с каких-то... Средств, которые я использую в душе, а это а именно, я очень сильно люблю, естественно, я вам не приносила именно с душа мыло, которое я уже пользую. Кстати, оно мне уже подходит к концу, поэтому эту пачечку, наверное, я уже оставлю э, снаружи. Это мыло, кусковое мыло, которым я пользуюсь последние, может быть, года 3-4. Я имею в виду, что я перешла и на, мино, на именно кусковые мыла. Я покупаю э, в последнее, последнее время такие вот э, перчаточки, то есть перчатки-мочалки. Э, 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 вот Они есть в разных корейских магазинах магазинах они есть, также на сайте iHerb представлены, кто смотрит мои видео распаковки сайта iHerb, он уже их видел не раз и не два, но я уверена, что вы можете их найти. Кстати, если кому-то что-то интересно, кому-то что-то надо, то пишите мне в комментариях, я обычно, ну, я помогу вам ссылками и направлю на путь истинный. Бытует такое мнение, что вот такие вот кусковые мылы для тела, они вообще сух, сушат кожу, и у меня кожа склонная так, к сухости, нормальная, но склонная к сухости большинства своем и тела, и лица. Я боялась таких мыл, но как-то мне я не помню уже, кто там надоумил и кто меня вдохновил на это, я купила себе, и в принципе на сайте iHerb я это покупаю, там очень-очень большой-большой-большой выбор, также и в плане ценовой категории большой выбор, поэтому я выбираю вот этот, Mild by, by Nature, всякие разные я беру, в принципе, мне не важно, какие у меня нет каких-то любимчиков, любимчиков или не любимчиков, вот такое вот кусковое мыло, мне его хватает, ну, просто только, ну, естественно, я только я им пользуюсь. На месяц мне хватает, как минимум вот такого мыла, поэтому очень-очень люблю, и, соответственно, они со мной переходят на следующий год. Также открытие этого года, я, когда мне мама, перед тем, как приехать к нам в гости, мама с моей сестрой, я их очень-очень долго не видела, и моя мама бы спрашивала, Оль, что тебе привезти? Я такая, боже, мама, ну у нас тут все есть, мама моя живет в Лос-Анджелесе с моей сестрой уже очень давно, я говорю, мама, ты знаешь что, привези мне, попробуй посмотреть, поискать, может быть, ты найдешь такой скраб, для кожи головы, то есть для, этого, для нашего скальпа. И вот она такой вот нашла, это называется Rose Sugar, и очень-очень классный у него э, аромат, это именно этот бренд Rose Sugar, это бренд американский, да, я вижу, что они производят именно в, в Америке, да, Калифорния. Итак, актив, активированный уголь, кокос и э, мята, перечная мята. Он немножечко такой темненький и он очень классный. Его я его несколько минут втираю, его не пользуюсь, не пользуюсь на каждый день, то есть не пользуюсь каждое мытье головы в плане этом. И немножечко на кончике волос наношу, очень, -очень классная, знаете, за счет мяты оно дает такое как бы такой, ну, какой-то свежесть, какой-то такой, ну не знаю, как-то освежает мне голову и мозги одновременно. Итак, если мы уже про волосы, то расскажу вам тоже про мое открытие этого года, я тоже это уже показывала, это такое как Living Conditioner Repair, Repair Cream, это восстанавливающий крем. Я пользуюсь в большинстве своем сухими кондиционерами. В общем, у меня волосы пористые, они тонкие, пористые, сухие. В общем, прекрасные у меня волосы. И я в большинстве своем пользуюсь кондиционерами, которые после мытья головы. Не кондиционерами, которые, я, которые вы пользуетесь обычно в душе после мытья головы, потому что они мне очень утяжеляют волосы. И волосы у меня потом висят уже как пакли. Посмотрите, какой он густой. Он такой прям как... Не буду пальцы совать, но... Это у него потрясающий, потрясающий кокосовый, какой-то кокосовый вкусный, какой-то какой, -то, какой -то баунти. баунти. Кто любит баунти, поднимите руку. Вообще здесь написано, что это ши баттер, что это масло ши, но он пахнет очень, очень сильно и очень вкусно кокосом. Канту, посмотрите, это я заказывала на iHerb, и это стоило какие-то сущие копейки, даже, по 2, 2, 2 долларов это не стоило, это стоило дешевле, и вот я им очень долго пользуюсь, это 57 грамм, оно очень-очень экономичное, поэтому я еще раз буду его покупать, я думаю, что я куплю тоже вот такую вот маленькую баночку, потому что, ну, я не вижу смысла покупать огромную банку и пользоваться им, не знаю, сколько там лет, а еще раз повторю, очень экономичная, я после мытья головы просто на кончике я вот так вот наношу и оставляю потом потрясающий запах и волосы блестящие и шелковистые и вообще общем, вся вся красота это любимое мое мое средство для ухода за кожей моего тела это такое знаете от нашего бренда сабон мне очень нравится у него такой супер супер израильский запах пачули лавандер и ванила пачули лавандер и лаванда и ваниль, в общем, очень-очень классно, классно впитывается в кожу, обычно я, ну, только ноги и вот так вот руки после душа, особенно зимой, вот практически у меня уже он закончился, и очень редко я пользуюсь кремом для рук, но если я пользуюсь кремом для рук, то это будет вот этот крем, видите, он, как он уже выглядит, ему 150 лет, это крем от L'Occitane, у меня была какая-то коллаборация с вот этим вот брендом, я уже не помню, как они называются, которые, боже мой, как они называются, Uh, Ruffle Paper CO. Ну, вот такие вот они там делают всякие разные дневники, всякие разные карточки, но неважно, это не суть дела. Локситан uh, классный крем, он не быстро у меня впитывается в мою кожу uh, рук, ну хорошо, так знаете, хорошо увлажняет. Я пользуюсь, может быть, даже раз в неделю где-то вот так, знаете, после душа вечером, там не знаю пользуюсь э, достаточно редко, но именно вот этим пользуюсь, я думаю, что это пользу, я не знаю. У меня там еще есть какие-то пробники, опять же, которые я покупала в Duty Free, опять же, от L'Occitane. Дальше, а, -бу -бум, бум 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 что у меня, типа, ну, по, по очереди, ну, не знаю, по очереди, не по очереди, но вот такой вот тон это Deep Green Tea от Benton, это тоже я покупала на iHerb, это корейский бренд Benton, который достаточно такой, достаточно такой известный, и я им пользуюсь вообще, его надо наносить типа вот так, его надо наносить, вот этот вот тонер. Я тониками, вот этими тонерами, есть отличие от тоника и тонера, я просто наношу на ватный диск и вот так вот как умываюсь. Мне так нравится. Оно мне освежает кожу и не сушит. Классный, классный очень этот тонер. Вообще, наверное, его надо вот так вот как бы прибивать этими ватками лицо. Но я, мне что-то как-то нет терпения на это, если честно. Оно освежает, очищает поры, увлажняет и сужает поры, должен сужать поры. Я, если честно, не видела, что он сужает поры или не сужает, потому что я им не пользуюсь так, как написано здесь, именно поставить на ватные диски или на ватные, я такие купила, как ватные, такие маленькие, как прямоугольнички, тоже вот так вот просто наложить, знаете, как вот эти вот все корейские ASMR макияжи, не знаю, или вы понимаете, о чем я говорю? Ну, в общем, они вот этим делом хотят э, страдать, потому что у них кожа просто вау, потрясающая вообще, корейцы понимают толк в красоте. Здесь не будет кремов, потому что что-то как-то у меня сейчас нету какого-то любимого крема. Я так что-то бегаю то от серумов, то ли каким-то вот таким вот штукам. Если честно, вот прям не покажу вам сейчас наш крем ночной. Нет, не покажу. Вот я смотрела, что-то что как-то, я что-то как-то не знаю, что-то мне с, что с кремами какая-то сейчас запара. Я не понимаю, что происходит. Вот, поэтому покажу вам вот эту вот эссенцию, которая мне очень-очень нравится. Это гиалуроновая кислота. Э или не гиалуроновая кислота, это что-то связано с гиалуроновым чем-то классная такая эссенция, просто супер увлажняет мне кожу, и я им пользуюсь на ночь. Вот этот вот, вот этот вот крем мне посоветовала моя подруга Яфа. Яфа, благодарю тебя, огромное, огромное тебе спасибо за то, что мне его посоветовала. Очень классная, стоила тоже мне очень, ну, не в низко копейки, но очень хорошая у него была ценовая категория. Um, SPF 45 от Миша, и вот так он называется, Essence. Я рассказывала вам в распаковке моей посылки о сайта Джолси, который тоже Хочу, хочу почему-то вставлять английские слова, которые я тоже познакомилась с этим сайтом благодаря моей подруге Яфе. И я очень-очень рекомендую туда вам заглянуть. Единственное, что посылка ко мне шла очень-очень-очень долго, где то месяца месяц-полтора-два. Я уже думала, что я уже похороню ее, и, такие уже ее не увидев. Но такие она до меня дошла. В общем, вот этот вот классный, классный крем, он уже практически закончился. Я буду покупать себе еще, потому что он очень хорошо впитывается в кожу, не оставляет никаких следов белых, в отличие от другого крема, который я вам не покажу, потому что я его не особо так любила. Вот этот вот прям очень-очень классный крем, на каждодневной основе я его юзала. Вот этот вот крем э, для, то есть, э, боже мой, почему же это крем? Это дезодорант, это натуральный дезодорант, без алюминия, без парабенов и без фталатов. Вот, без всякой гадости, и это Arm and Hammer, это я заказываю на сайте iHerb, у этого бренда есть разные линейки, разные дезодоранты, есть у них с алюминием, есть без алюминия, <laughs> все, что угодно, а, и все, что вашей душе угодно, и все, что вам а, может подойти, это с розмарином и с лавандой, вот, можете себе, можете посмотреть, и это... Вот этот вот он прозрачный, потому что у них тоже, опять же повторюсь, у них есть разные. У них есть такие как белые, у них есть прозрачные, всякие разные. Вот этот вот классный мне на зиму подходит. Хочу вам еще показать то, чем я пользуюсь. Это не уходовое средство, но это то, что помогает мне экономить время и помогает мне как-то держать себя в порядке. И мне очень нравится эффект накрашенных бровей. Сейчас у меня брови окрашены карандашом, но когда я не ленюсь это происходит раз в месяц, когда я себя заставляю, потому что для меня это супер супер долгий, долгий процесс. Это не две минутки, а, окрашивание бровей в домашних условиях в те прекрасные времена два с половиной года назад, а то скоро уже будем справлять три года, когда всех нас позакрывали, и я перест... не, см... не имела возможности я здесь в своей бровистки, я заказала вот такой вот Reflector Seal, вот такой вот набор. Для окрашивания бровей, я уже с ним показывала, тоже делала видео как-то около года назад, именно показывала весь процесс, как я это все делаю, как я это окрашиваю, сколько я жду, в общем, все-все-все, вот, достаточно такое видео увесистое, если хотите, то пишите мне в комментариях, я вам это видео найду, дабы вы долго не искали по моему каналу, не, не бродили там, а вот то, чем я пользуюсь, это рефлектосил 3.1 это мой оттенок, он немножечко тауповый такой, но я вам хочу сказать, что моя сестра, которая полностью, ну она блондинка, но она тоже им пользуется и ей очень хорошо подходит в принципе. Вот, там есть ну, такой хороший выбор, по-моему там есть 4 оттенка вот рефлектосил, я его заказывала еще, когда я заказывала на eBay, это было где-то может быть 2 года назад, в общем мне его еще хватит, ну пока я вот это вот не использую, естественно вот этот, который вот, вот оксидант, я не знаю даже как это называется, в общем, ты берешь сантиметр вот этого крема. Это такой крем. Я его зубочисткой размешиваю с 10 каплями вот этой вот... Не знаю, что это. И потом я это все дело наношу на брови. И две недели я могу к бровям просто не прикасаться, не трогать их. И они у меня будут оформлены, и я буду выглядеть как человек. Если же я ленюсь знаете что, я даже, наверное, может быть, даже сегодня, может быть, завтра точно покрашу брови. То есть я крашу, сделаю вот себе вот это вот окрашивание домашнее. Если я не делаю себе это окрашивание, то я оформляю брови карандашом для бровей. Вот этот карандаш, который я тоже нашла на сайте Джолси. Раньше я его заказывала и на iHerb, но и не знаю, почему этот бренд ушел с iHerb, ну, по крайней мере, вот этот вот карандаш точно ушел от Etude или Etude House, они раньше назывались, но сейчас называются называется этюд, вот так это называет, вот так это выглядит, и у меня во втором цвете, во втором оттенке, вот так вот выглядит этот карандаш, он потрясающий, он не мажется, знаете, есть такие карандаши, когда немножечко потеешь, летом особенно, и вот этот у меня карандаш остается на очках, особенно белых, я снимаю очки, у меня там с той стороны все вот это вот в этой краске карандашной, в общем, вот этот вот карандаш этого не делает, немножечко он теряется крышки, потому что это не люкс, Стоит где-то около 5 долларов, но он очень-очень классный, конечно, ну коробка оставляет такой вот, упаковка не особо такая классная, но опять же, я вам еще раз повторюсь, мне он очень нравится, он достаточно стойкий, он хорошо окрашивает мои брови, буквально несколько взмахов, ну как бы он очень-очень классно красит, я когда-нибудь, может быть, доберусь до видео какого-то простого макияжа. И я покажу вам, как я оформляю им брови, обещаю. Три слова о косметике, которые я очень-очень любила. На самом деле, я очень люблю косметику, я очень люблю краситься, но я это делаю крайне-крайне редко. И когда я так и делаю это, я просто получаю истинное удовольствие, во-первых, от процесса, и во-вторых, от того, что я наблюдаю в зеркале. На самом деле, я с вами обязательно в следующем видео разберу всю свою косметику. Может быть, я избавлюсь от некоторой части ее и мы с вами сделаем какое-то видео, какой-то мейкап, может даже что-то на Новый год. В общем, голосуйте в комментариях, если вам что-то хочется такое увидеть от меня. Итак, средство для увлажнения губ. Это от Sierra Bees. Обожаю, обожаю, обожаю вот эти вот бальзамы для губ. Я их покупаю постоянно по 8 штук. Вы все прекрасно знаете, они все лежат по всем сумкам, по всем углам. Постоянно ими я пользуюсь. Обожаю, 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 обожаю. Сейчас я вам хочу рассказать о своем консилере, которому уже 358 тысяч лет. Это Maybelline Fit Me. Это самый лучший консилер всех временных народов. И он в оттенке 20. Мне его надо уже поменять. Но я все никак, что-то как-то не дойду до... Не дойду до этого этого места там где приобретают этот консилер я консилером Консилерами пользуюсь крайне редко, только когда лишь снимаю видео, потому что не всегда вот эта вот синева, которая она у меня иногда присутствует под глазами, не всегда она так эм, комплиментарно смотрится, вот, поэтому я иногда пользуюсь этим консилером, ну и когда я же делаю такой full makeup, то тоже пользуюсь консилером, вот он очень-очень классный, очень хорошо впитывается в кожу под глазами, не... Не ездит, в общем, очень классный. Ну, я не, не вижу смысла лично для меня использовать или покупать что-то более дорогое, чем мейбели. А дальше, дальше, дальше хочу показать вам две помады, которыми я пользовалась практически весь год. Вот эту помаду вы уже видели, я ее тоже как-то когда-то распаковывала. Это просто must мой, я не знаю, мне, наверное, надо купить несколько этих помад, потому что если вдруг Шарлотта скажет, я перестаю выпускать эту помаду, хотя я не думаю, что она это сделает когда-либо, но в любом случае, это Pillow Talk от Шарлотты Тилбери. Вот так она выглядит, я ее обожаю, я, кстати, его купила год назад, вот, да, вот получается мне практически, ну, больше, чем на год мне ее хватит. Я думаю, что мне ее хватит еще на месяцев, не знаю, сколько там, может быть, 4. Обожаю эту помаду, это просто, о oh, боже, это самая лучшая помада всех времен и народов. Она просто потрясающая. Я, ну, я не знаю, я ее очень-очень сильно советую, я ее обожаю. Это, хотя эта матовая помада, она абсолютно, она не вбивается в губы, она абсолютно не кажется матовой. Вот, она обалденная. Просто это пила уток, еще раз повторюсь. И вот еще одна у меня такая любимка. Это от, боже мой, что это за бренд, а, oh, боже мой, это Эсти Лаудер, которую мне подарила моя подружка Сабина, Сабина, если ты смотришь меня, привет, она мне подарила две помады, и это Rebelus Rose Pure Color Envy 420, вот так она выглядит, эта помада, она мне очень-очень нравится, но она достаточно такая плотная, достаточно, кстати, может быть, даже сделаем видео с моими помадами, что вы скажете, голосуйте, если вам хочется то вот так вот это вот так эта помада выглядит именно вот это. Во-первых, мне очень нравится ее упаковка, она у меня стоит вот там. Вот там, там, где у меня вся, вся красота стоит, и я ее наношу именно такими похлопывающими движениями, то есть не ношу ее так, чтобы она бум, чтобы она прям ну, вы понимаете, о чем я говорю, а именно как будто бы она такая размазанная. Я ее, кстати, в прошлом видео у меня о моей коллекции духов, ароматов, я ею пользовалась. Прям вот так. И еще, что мне подарила Сабина. Мне, кстати, у меня есть такие подружки классные. Боже мой. Храни моих подруг. Они мне дарят много всяких, всяких штук. Потом мне просто не надо покупать косметику, потому что у меня есть такие подружки, которые дарят мне все. Итак, покажу вам вот такую вот троицу от Анастасии Бевер. Хилс, мне тоже это подарила Сабина, вот, и она называется Blush Trio Pool Party, она называется Pool Party, и вот, я практически использовала ее всю, вот, вы можете увидеть, что здесь тоже уже дырь, дырь. и здесь тоже, я, в принципе, вот с такой скошенной, кошиной... у меня есть такая натуральная скошенная кисточка, это просто тоже мой мастхев, Масхев. Все, уже заговариваюсь, надо уже закругляться. Я обожаю, обожаю эту кисточку. Тоже вам покажу, как я ее, ею, ею наношу именно вот этот вот, эм, вот этот вот, вот этот трио. Я просто делаю так, так, м -м -м, м -м -м, и вот так. Ну, в общем, так. И вот так, и вот так. И это просто мой, моя, ну, это, это просто, это, я не, не знаю, в общем, это просто какая-то какая, -то, какая -то магия вот здесь вот находится. Я знаю, что я буду делать, когда, когда, у меня это закончится, этот набор. Поэтому, Сабина, огромное тебе спасибо. Ты весь год была со мной. И именно твои румяна. Еще одни румяна, которые мне подарила моя вторая подружка, который зовут Габи, <laughs> большинство из вас знает ее, он тоже ютубер, у нее тоже есть канал, и она рассказывает о своей семье, о жизни в Израиле, и тоже о всяких разных женских косметических штучках, поэтому если вам такая тема интересна, обязательно заходите к ней на канал. Я вот он, вот он так называется, я еще оставлю линк внизу, и она мне подарила как-то по-моему год или полтора года назад, а, не помню когда точно, вот таких вот несколько стиков от а, Nudes, Nude Sticks, они называются, а, номер три три, 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 три цвета, но самый-самый классный цвет для меня это Sunset Strip, и вот так выглядит вот это вот сие чудо. Вот здесь непосредственно само средство. Я тоже как-то вам покажу, как я им пользуюсь. Оно подходит и для щек, и для век, и для губ. Вот очень-очень часто, когда я хочу, когда я прихорашиваюсь, дабы снять им какой-то видос, я обычно пользуюсь вот этим. Так-так, сделала. И потом вот здесь есть такая вот кисточка, которая, кстати, снимается. Мне -то, это тоже моя дочь discovered. Она, Элиана, это, кстати, увидела, что это снимается. Вот так вот это можно можно закрутить, и вы просто разносите это все дело по там, где вам надо. И это просто потрясающе оживляет мое лицо и как-то дает, ну, в общем, шикарная вещь. Опять же повторюсь, у меня еще есть две два цвета, которые мы с вами а, просмотрим, когда я буду делать. Когда я буду делать разбор своей косметики. И последнее, что я вам хочу сказать: да, хочу показать, это такая вот четверочка, такая четвер, четвертушка. Вот таких вот тень, 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 теней. Боже мой! Все конец это iconic london э, вот эту палетку я получила в подарок в ну это не такой уж подарок это было в адвент календаре и э, она очень классная э, в этом году как вы уже поняли я не приобретала advent календарь потому что ну куда куда мне надо выкидывать добро куда его еще солить куда еще хранить я себе дала такую цель дала себе такое задание э, максимально максимально позаканчивать все что у меня есть и почистить и как бы потом уже начинать с чистого листа, потом уже что-то покупать, что-то интересное, что-то интересное выискивать. Вот, поэтому в этом году без адвент календаря и покажу вам немножечко вот эту вот палеточку, она очень-очень классная. Здесь вот есть такие четыре цвета. Два таких матовых и два с шиммерами. Вот они, посмотрите, какие они классные. Они абсолютно подходят Подходит моя внешность, абсолютно теплые такие цвета. И мне они очень-очень нравятся. Ну, за 2 за минуты я могу сделать макияж глаз с этой палеткой. Все, про духи я вам не буду рассказывать, потому что я не могу выбрать любимые духи. Это все равно, что кто-то спросит меня, Оля, какого ребенка ты в этом году любила больше? Дочь или сына? Я не знаю. Я обожаю все свои духи. Я их просто холю или лею. Как вы уже, если вы не видели, то у меня есть аж две серии. Боже мой, я тут в тенях. У меня же две серии моей коллекции духов ароматов и т.д. и т.п. Так что кто у меня здесь интересуется этой темой, айда, смотреть, спускайтесь вниз, и я там залинкую. Все. А кстати, в этом видео я использовала вот этот аромат. Это Libre от YSL. Все, наверное, все, что-то в этом видео, как-то я немножечко, как-то немножко коряво я так разговаривала, не знаю, с чем это связано, может из-за того, что выпила сегодня три чашки кофе. Все, буду заканчивать свою болтовню, пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось, что, что... что может быть, вы не знали о существовании этих эд -эд 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 предметов, эдаких каких-то продуктов. Если вас что-то интересует, как обычно, пишите в комментариях, я все читаю, всем отвечаю, не всегда сразу, но всегда отвечаю, может быть, на следующий в следующий день. В любом случае, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Еще увидимся в этом году. Всем приятных выходных, приятного дня и до скорых встреч. Bye!